Я пенсионер, занимаюсь лозоходством с 95 года, особенно интенсивно последние 5 лет. Вот. Когда закончил работу и надо было найти хорошее занятие. Вот. Я вчера пришел, прошелся и нашел 4 утечки, одну из них очень большую и 3 поменьше. Вот. Если устранить причины этих утечек, то склон можно будет поправить. В районе бывшей 12-й школы, это здание КМТУ, в районе бывшего кинотеатра «Металлург» поменьше и в районе бывшего кафе «Дельфин». Сейчас какой-то ночной клуб, ДНК называется. Что именно протекает? Вода, канализация. Это канализация или водопровод? Канализация. Воду считают, а воду в канализации никто не считает. В канализацию попадают дождевые воды, они создают подпор. И получается, если имеется свищ на трубе, он обязательно куда-то выскочит. Рамка реагирует. Значит, здесь находится поток воды. Отмечаем одну сторону. Вот. Заходим с другой стороны. Находим вторую сторону. Вот. Получается, порядка 1,20 м ширина этого потока. Он идет под 90 градусов от склона и доходит до улицы Орджоникидзе. Вот. Теперь посчитаем, сколько глубина. Считаем. 1 метр, 2 метра, 3 метра, 4 метра, 5 метров, 6 метров, 7 метров, 8 метров, 9 метров, 10 метров. 10 метров. Вот. Если устранить причину утечки, то эта водяная жила иссякнет и не будет разрушать склон. Но здесь находится на глубине 11 метров находится водяной поток, который идет из центральной канализации, пробил себе дорогу к морю. Вот смотрите, вот я иду, раз, одна сторона, сейчас будет вторая сторона. Вот я повесил маркеры, вот, которые обозначают именно этот поток. Вот, он идет принес столько много бед. Если вы посмотрите на керны, которые добыли, это одна сплошная водоупорная глина. Вот. Поэтому поток проходит на разделе руды и глины. Я работал на заводе «Залив», потом служил, а потом... А потом вот эту информацию... А это мне научил сапер.